Мы продолжаем вечер профессионального бокса в Екатеринбурге. Восьмираундовым поединком в супер-полулегком весе до 59 килограмм. Встречайте в синий угол ринга. Боец из города Букиднон, Филиппины. Джейми Барселона! Дорогие друзья, у нас следующий бой программы. 8 раундов в первом легком весе. Весовая категория до 59 килограммов. И первым проследует в ринг Хайме Барселона. Он не Джейми, он Хайме. Представитель Филиппин, город Букиднон. 40 побед, 61 поражение, 1 ничья, 10 побед нокаутом. 102 боя на профессиональном ринге. Очень-очень опытный боксер. Ему 40 лет, рост 165 сантиметров. Настоящий ветеран ринга, профессионал. Знаете, с какого года? С августа 1997 года. 20 с лишним лет в ринге мужчина. Это достойно уважения, безусловно. У него, кстати, два предыдущих поединка прошли против бывшего соперника Евгения Чупракова, Эдена Сансона. И если в декабре 2016 года Барселона проиграл, то в сентябре выиграл. Ринга приглашается боец из города Санкт-Петербург, Россия. Мухаммад Якуба! Ну а сейчас соперник Хайме Барселоны. Мухаммад Куча Якубов. 9 побед, 6 побед нокаутом из Санкт-Петербурга. Вот он на ваших экранах. Боксеру 22 года, рост 165 сантиметров. Уроженец таджикского города Исфара. И, в общем-то, очень интересный боксер. Проспект, настоящий проспект. Очень левша, очень скоростной. Такой. Свои два предыдущих поединка Якубов выиграл досрочно, нокаутом и техническим нокаутом. В июле он победил Дайки Чикау, японского боксера, а в сентябре разобрался с опытным филиппинцем Эрни Санчесом. Вообще проводит уже пятый поединок за год. Очень плотно играет. Представляю вам участников поединка. В синем углу боец из города Букиднон, Филиппины. Ему 40 лет. Рост 165 сантиметров. Вес на взвешивании 58 килограмм 740 грамм. Профессиональный рекорд. 102 боя. 40 побед, 10 нокаутов, 61 поражение, 1 ничья. Чемпион MPBF Джейми Барселона! Его соперник в красном углу, боец из города Санкт-Петербург, Россия. Ему 22 года, рост 165 сантиметров, вес 58 килограмм 540 грамм. Профессиональный рекорд 9 боев, 9 побед, 6 нокаутов. Чемпион WBO среди молодежи, чемпион WBC Азия, не знающий поражений, Мухаммад Якуба. Рефери Семен Стахеев. Gentlemen boxers, listen to my comment, okay? Sean Hayes, good luck. Okay. Красный, готовы? Готов. Готов. Лё, ready? Ready? Боксёр готов, можно? Бокс! Ну что ж, первый раунд. Хайме Барселона против Мухаммад Хучи Якубова. Весовая категория до 59 килограммов. Первый легкий вес.
Начинает очень быстро Якубов, начинает джеба, он левша, как уже было сказано. Но надо отметить, очень быстрыми передвижениями на ногах обладает Мухаммад Ходжа Якубов. Очень хорошо он двигается на ногах, раздергивает с челнока, когда нужно, это необходимо. Есть удар. Да, и очень серийно может поработать. Занял центр ринга Якубов сразу же. Пока пристреливается. Вот сейчас первое активное действие со стороны Мухаммад Ходжи. И вот так все время рядом, но при этом нельзя в него сходу попасть. Да, Мухаммад Ходжа Якубов — это тот боец, наверное, который скажет со своим соперником, что вот-вот он попадет, но он в любой момент разрывает дистанцию и тут же возвращается на ногах со своей атакой. Пока такой бой у нас тактический в первом раунде, таких активных действий ударных нет. Ну, 8 раундов запланировано, не форсируют бойцы события, причем оба достаточно опытные. Естественно, да. Так, по печени попадает удар по туловищу. Это может быть тяжело очень. Я боюсь, что будет нокаут, друзья. Да, и это нокаут. Прекрасное попадание, прекрасный яркий нокаут у нас. Ну что ж, мы поздравляем Мухаммад Ходжу Якубова с этой победой, очень яркой. Вот так вот, такой боксер может неожиданно ударить, ничего вроде бы не предвещало, раз по печени и привет. Но сейчас, конечно, очень важно для того, чтобы Хами Барселона пришел в себя и скорее восстановился, потому что нокауты по печени — это очень-очень приятно. Сейчас выйдем. Ну, все вместе. Ну что ж, мы видим, встал наконец-то филиппинский боксер Хами Барселона. И сейчас мы услышим официальное объявление победителя. Вот так он решил не оставлять. Моха, руку, скажи, так сказать, исход боя в судейских руках Мухаммад Ходжа Якубов и в первом раунде все решил. Ну что ж, поздравляем Мухаммад Ходжу Якубова с победой. С очередной досрочной остается непобежденным. 10 боев, 0 поражений, 0 ничьих. 7-я досрочная победа. И уважение Хами Барселоне. Ждем следующий бой программы. Ничего подобного в Екатеринбурге нет. И не только в Екатеринбурге.
Thank you.